Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы попробуем пройти гарнизоном волны. Немножко я занят перестановкой, хочу все-таки доделать звук. Думаю, со временем это получится. Пока есть проблемки, знаю о них. Сегодня мы трешуем, как обычно, гарнизоном. Сейчас я хочу подоставлять рунки, потестить разные варианты. Так, сюда поставим. Там у нас ангел. А слона запилим. Так. Попробуем. Ну, конечно, я показывал уже эти волны. Очень легко слиться. Тут, скорее всего, нужен будет даже забор. Но пока я не хочу ставить сюда забор. Ну, в общем, сейчас попробуем что-то выродить с этого. Но... максимум, что я здесь доходил, это третья волна. Бочка, как обычно, выживает дольше всех. Так, бочечка есть. Попробуем героев с разбросом. С разбросом, но они очень быстро все сливаются, к сожалению. Так. Попробовать ледяху как вариант. Я думаю, вряд ли ледяха нас тут особо спасет, но пробуем. Так, вот такой вот у нас составчик получился. Поехали, запустим тестовую волну. Один, посмотрим сейчас. Тут, конечно, проблема в том, что если сейчас смерть у нас будет бить, вот видите, он просто сливает моих, вообще без вариантов. Там, конечно, некоторые, возможно, и выживут. Атлант включился. Попробуем еще. Ну вот опять же та же самая ситуация. Без вариантов. Не успевают они. Ну, все-таки есть какой-то предел гарнизону. И даже, я думаю, если у нас тут будет даже забор, это нас не особо спасет. Да, от ледяхи. Ну, тут без вариантов просто. Так, окей. Давайте уберем кого-то. Потестим. Вместо шамана кого такого интересного можно поставить. Давайте бугимена ради интереса поставим. Поставим ему воодушевление. Попробуем с ним. Можно было бы попробовать и тыковку, но тыковка тоже особо результата не даст. Так, есть, поехали. Волна АА. Посмотрим, что наш бугимен сможет сделать. Ну, он, конечно, тут сейчас будет шатать. Причем прилично. Вот видите, уже попроще. Но все равно гарнизонных мы их сливают. Ну, пробуем. Вот насколько один просто легендарный герой с автопроком. Сколько проблем может решить. Конечно, он изначально будет юнитов бить, но в дальнейшем он будет нам нехило помогать. Самое главное, чтобы сейчас ледяху у нас не слили.
Вот так вот, А2 пройдено. Было бы у него немножко больше царей, было бы, конечно, вообще очень круто. Кстати, чем он хорош, ему атлант не страшен. Даже с его автопроком об отражалку убиваться не будет. А там как бы его плюс. Так. Здание, здание, здание держим. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, смотрите, даже его слили. Ну, А4. Хотя бы А4 уже дотащили, хоть что-то. Так, давайте попробуем уже на ускорялке. И нужно будет ему, скорее всего, поставить какого-то хилера. Так, ну тут... Конечно, сложновато, сложновато. Башен, как вы видите, у меня нет. Так, А3 есть, затащил. Ну все, он остался бочка. Ой, тут, наверное, сейчас здание у нас вырубят. Да, к сожалению, даже здание вырубили. Нужно будет подкачать башенки однозначно, потому что без башенок, конечно, сложновато. У меня там одна есть. Я тогда семерки пихнул. Остальные я пока даже не качал, потому что особо надобности нет. Ну и, конечно же, расстановка для таких прокачек здания, как у меня героев, которыми я прохожу. Хотя бы таблетки надо подкачать. Так, ну сейчас немножко неудачный заход. Так, ну отлично. Вот радует то, что Ледяха вместе с ним вообще сейчас четенько отыграли. Так, ну... Блин, видите, как неудачно зашли. Тут сейчас, конечно же, все. Я мог бы сейчас имба героя просто поставить там тоже того же самого Анубиса, Афинку. Мы бы уже там, не знаю, пару волн 100% прошли, но не особо интересно это. Хочется посмотреть предел возможностей героев. Так, ну тут что-то у нас печальненько все. Так, Ледяха, отлично. Вот чем Ледяха хорош даже здесь. Замедляет отлично вражеские герои, и у нас есть шансы. Были шансы. А, 4. Почти. Но пробуем, не сдаемся. Конечно, до Анубиса ему далеко, но тоже есть свои прелести у этого героя. Посмотрим, что у него будет на 12-м скилле. Очень интересно посмотреть. Так, А4. Ну, зашли, в принципе, удачно. Так, замедляй, замедляй Купидона. Так, остался у нас. Ну, посмотрите на урон. Урон отличный. Так, ну, я думаю, тут опять нас сейчас сольют. Да, тут немножко опять неудачно вышли все. Так, ну, Ледяха, Ледяха, Ледяха. Давай, 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 давай. Ну, все, походу. Походу должны затащить, ребят. Сейчас посмотрим. Ну, у нас смотритель есть еще. Все. А волна пройдена. Поехали сразу же АБ попробуем. Ну, я знаю, что тут чем дальше, тем будет сложнее этими героями пройти, поэтому тут вариантов особо много нет. Только ждать удачного захода, но опять же, посмотрите, насколько они уже более прокачанные стали. Просто Unreal, разогналась стыковка и все. Ну, с тыквой было бы здесь попроще, намного. Но тыковка нам сейчас тут пока не нужна. Так, АБ1 прошли. Было бы круто, если бы он еще дамажил сразу героев, а не юнитов, как видите. Так, ну, держись, держись.
Ну, тут я не знаю, тут, наверное, Unreal тоже сейчас они зайдут. Хотя нет, зашли, конечно, они удачно с бочкой, но... Ну, нет, героев очень много. Ну, а B4, в принципе... Если был бы забор, было бы попроще. Чем попроще, герои наземные, они бы оббегали его. То есть у нас бы летающие, то есть они все не вместе шли по очередности. А так получается, они все залпом прибегают. Вот видите, его слили. Осталась только бочка одна. Бочка сейчас нагнет друида. Смотрите, какая имба бочка у меня. Кстати, можно посмотреть отхил. Ничего так отхиливается. Друид. Видите, бочка. Бочка не может его убить, но и он бочку не может убить. Не хватает малость. Был бы атакующий урон, думаю, затащили бы. А так, без вариантов, немножко не хватает. Так, ну давайте еще пару попыток попробуем. Самое главное, мы волну А затащили. Конечно, не без помощи одного из последних героев. Так, АБ2. Неудачно зашли. Конечно, мы их затащим, но... Но-но-но. Ничего себе. АБ4. Ну, в принципе, удачно так-то зашли. Ой, ничего себе. Ну что, ребят, у нас есть все шансы. Конечно, мы проморгали смотрителя, зашли, в принципе, неплохо. Но череп, я не знаю, без вариантов B5. Сложновато. Сюда есть, конечно, вариант другой поставить ворожея. С воодушевлением, например. Он будет отхиливать неплохо. Ну, не знаю. Так, АБ2, неплохо. Сейчас я же таки, как назло, зашли не с той стороны. Пять таблеток осталось. Не, опять. Видите, тут уже не вариант. Так, ну давайте еще попытку. Да, сложновато, надо все-таки думать что-то насчет расты, скорее всего, но я не хочу забор ставить. 500к без забора, это интересно. И с родными этими, да, ландшафтом, то есть там деревья у меня есть, камни. Таких топовых раст нету ни у кого. Поэтому не особо интересно сливать. Вот ледяха мне понравился сейчас опять. Так, ну все, тут однозначно у нас сейчас сольют. Давайте еще пару попыток попробуем. Надо ждать удачного захода, думаю, даже таким составом можно будет затащить. Попробуем, по крайней мере. Так, есть. Третья волна, немножко поразбежались. Нет. Пекалка дала разгон. Да, все-таки надо будет попробовать ради интереса с ворожаем. Бочки пофиг. А то она и бочка. Чем больше ее заряжают, тем больше. Плюс ограничение стоит 20 тысяч, поэтому... Тут однозначно. Поехали, еще три попытки попробуем. Ну, до B5, в принципе, мы доходили. То есть, если уже доходили, значит, шанс есть. Вариант есть еще нанять юнитов. Поставить расту в угловую. Чтобы они агрились на юнитов. Но они так будут очень быстро заряжаться тоже. Не особо это хочется делать. Так, АБ3. Вот видите, опять слили. Оставили только бочку. У смотрителя однозначно очень круто помогает в данном случае.
очень многое решает. Так, ангел живой, отлично. Так, ну тут, конечно, печально зашли. Очень печально. Что это было? Так, ну что, последняя попытка. Да, обидно, обидно, конечно, что гарнизона не хватает. Хоть и 12-е, все равно скоро придется его сливать, потому что особо им трешевать дальше негде. Так, а Б3, ну, блин, живые, но зданий нету. Еще и зашли не оттуда. Ой, красавчики. А Б5, ребят. Блин, 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 замедление, замедление давай. Видите? Вот так вот. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.